Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в канун Старого Нового Года, я хочу всех вас от души поздравить с этим замечательным праздником, который, с точки зрения истории, самый настоящий. Но поскольку календарный Новый Год уже вступил в свои права, я хотел бы пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. И свое поздравление я хотел бы подкрепить своей авторской музыкой. Но эта музыка для восприятия немного сложновата. Это моя чисто композиторская работа. Дело в том, что я вообще-то мечтал всегда писать музыку для кино, для спектаклей. То есть, ну, такую серьезную музыку. Отчасти моя мечта осуществилась, так как записано было несколько саундтреков к многосерийному художественному фильму «Орлов и Александров». И об этом я, конечно, позже постараюсь рассказать. А вот это произведение, которое вы сейчас прослушаете, я написал для спектакля театра Куклачева, в котором работал несколько лет. И об этом я тоже как-нибудь постараюсь рассказать более подробно в своих дальнейших передачах. Итак, еще раз всех вас с праздником, здоровья, удачи. Как всегда, сообщаю о том, что, подписавшись на мой канал, вы взаимно в моем лице получите обязательно подписчика. И, конечно, я всегда приглашаю вас к себе в гости. Ну что ж, увидимся, услышимся со Старым Новым Годом. А пьесу свою я назвал «Всенародный праздник». Пока-пока, друзья. Слушаем и смотрим.